такой жест. Горик у нас спорт, еще бы такой жест. Да. Медленно ты. Один вопрос-то я не задал. Один вопрос. Вот что будет с этими зданиями после Олимпиады? Эти здания предназначены для продажи частным лицам в качестве апартаментов и квартир на собственность, на летний период и так далее. То есть такие будут? Да, и практически сказали, что вот из тех домов, в которых живут наши спортсмены, вот раз, два, три, они такие наиболее, будем говорить, хорошие, удобные. Практически все квартиры, вот в том числе, которые мы смотрели, она уже продана, они уже все проданы. Все забронированы, проданы, да? Да, после паралимпийских игр будет небольшой косметический ремонт, и они уже будут переоформляться на собственные. А цены как в Москве на квартиры? Я не могу сказать, просто я не состою в этой риэлторской компании, мне сложно оценить. Ладно, на сайте посмотрим, да. Как тут купить. Но это будет вернее. Соточку метров. Член делегации, штаб. Как правильно должен написать? Член штаба российской делегации?